Ребята, всем привет, с вами канал Страна и Гирляндия, и сегодня мы с вами сыграем в игру Том Бег за золотом. И снова у нас соревнования, в этот раз наш забег будет называться гиперзабегом, потому что будут участвовать Гипер Том и Гипер Анжела. Два предыдущих забега у нас проходили на канале Fun Games. В этот раз, можно сказать, у нас смена этапа, и мы на стране Гирляндии. Предпоследний забег у нас прошел в одну калитку. Его выиграла принцесса Анжела. Последний забег держал нас в напряжении до последних секунд. Надеюсь, в этот раз у нас забег получится намного круче. Гипер Анжела впервые отправляется в туннель для полета, а вот Гипер Том у нас будет сражаться против енота-босса. На данный момент у наших героев одинаковое количество баллов. Посмотрим, что же будет после того, как Том закончит сражение. Надеюсь, он выйдет из него победителем. Хотя полноценно проанализировать все сражение мы не сможем. Ведь Гипер Анжела подбирает удвоение количества баллов. И естественно, она будет намного быстрее набирать баллы. У Гипер Тома первая часть сражения закончилась. Босс все еще смеется, но я думаю, что ему осталось недолго. По времени прохождения туннеля и сражения с боссом длится примерно одинаково. Победа для Тома и для Анжелы — горнолыжный туннель. Ребята, смотрю сейчас на баллы и понимаю, что все-таки сражение с боссом — это классная фишка. Ведь даже Анжела, подобрав удвоение количества баллов, отстала на немножко от Тома. В каком-то из прошлых забегов я говорил, что сражение с боссом — это плохо для соревнования. Но сейчас мы с вами понимаем, что для соревнования это очень круто. Прямо и не знаю, сколько же фейерверков смог запустить Том. Очень много. Тому попадается туннель пустыня. Кстати, этот туннель попадается в последнее время очень редко. Смена лидера, и на данный момент Анжела немного опережает Тома. Том подбирает удвоение количества баллов, Анжела еще разок отправляется в туннель для полетов. И да, в прошлом забеге туннель для полетов нам не попался ни один раз. В этот раз же туннель для полетов попадается очень часто, и это классно. Как вы видите, он также попадается и Тому. Кто же из героев сможет первым преодолеть 1 миллион баллов? И это сделала Гипер Анжела. Вау, вот это да, только что посмотрел на разницу собранных золотых слитков. Анжела собрала 3300, Том же только 1800. Вот это преимущество. По-моему, Анжела, даже если проиграет забег, сможет купить себе победу. Тому снова попадается удвоение. И сейчас у нас снова будет смена лидера. Да, так и есть. Теперь лидер Гипер Том. Ребята, Анжеле снова попадается туннель для полетов. Наше соревнование перерастает из забега в залет. Ведь наши герои большую половину времени находятся в полете. Да, ребята, сегодняшний забег у нас получается напряженным, ведь количество баллов наших героев практически одинаковое.
немножко колышется то в одну, то в другую сторону с преимуществом 10 тысяч. Анжела заканчивает свой полет, а вот Том только начинает, ведь ему также попадается туннель для полетов. И посмотрим, какой же туннель следующим попадется Гипер Анжеле. А она заходит в неоновый город. Один непопулярный туннель — это пустыня попался Тому, и один Анжеле — это неоновый город. У наших героев практически по 1,5 миллиона баллов, и Том сейчас уйдет в отрыв. И в этот раз это будет не 10 тысяч баллов, а намного больше. Первое, можно сказать, серьезное преимущество — 50 тысяч баллов в пользу Тома. Но всего одно улучшение на удвоение количества баллов, и Анжела сможет Тома настигнуть. А до конца забега у нас с вами еще есть время. Можно также попинать немного фейерверков. Но после двух подряд улучшений Том отрывается на целых 90 тысяч баллов. Теперь Анжеле нужно срочно что-то делать. И вот первое удвоение, которое Анжела подбирает. И сейчас преимущество Тома начинает сокращаться. По-моему, за сегодняшний забег Анжела установит рекорд по сбору золотых слитков. Ведь их у нее практически 6000. Тоже из героев первым преодолеет планку в 2 миллиона. По-моему, это очень интересная цифра. Ведь кто ее первым преодолевает, практически постоянно выигрывает. 1 миллион первой преодолела Анжела, 2 миллиона первым преодолел Том. И снова преимущество Тома приближается к 100 тысячам баллов. По-моему, у нас сегодня будет победителем Гипер Том. И Гипер Том начинает праздновать победу. Не рановато ли? Но, по-моему, оба героя у нас в хорошем настроении. Все меньше времени остается у наших героев, чтобы находиться на дистанции. И все ближе победа Тома. И в самом конце Тому придется пролететь еще разочек в туннеле для полетов. Анжела подбирает удвоение количества баллов, и для нее это последний рывок и последняя возможность все-таки вырвать победу в Тома. Какая досадная ошибка! По-моему, у нас есть победитель. Да, в этот раз, скорее всего, победителем будет. Нет, все-таки победителем становится Том. Анжела также не смогла пробежать 10 минут по дистанции. Да, ребята, забег получился классным. В самом конце нас ждала очень неожиданная развязка. С вами был канал «Страна Игрляндия». Всем пока и до новых встреч!